Добрый вечер, уважаемые коллекционеры. Сейчас брейк сделаем. Обзор по коллекции Pinnacle. 11-12 год. Домашний вариант. Ритайловский блок. Ну, давайте поглядим. Так, карточки вот. Стой. Так, ну что, выберем пока толстые пакеты, потому что они все равно нам ничего такого не принесут. Две штуки. Еще один. Так вот, пакеты. Сколько их тут? 8 где-то еще, наверное, один должен быть. 8, да, там 9. Ну ладно, давайте посмотрим, что мы в этот раз положили. Так, здесь у нас что? Значит, Эриксон, Даллас, Нейл, Питтсбург, Кэссел, Торонто, Роу, Баффало, Андерсон, Дэвилс, Вишневский, Коламбус, Ставка, Броссард, Коламбус, Гринкросс, Калгари, Малхонтра, Ванкувер и Кэмпбелл, Флорида. Так, следующий Райан Витни. Эдмонтон. О, тут что-то это ставки нету. Может, что-то занимательное. Так, далее Ягор, Филадельфия, Сент-Луис, Тампа, Стейн, Сент-Луис, Михалик, Оттава. А вот у нас, да, попала уже первая подсерийная карта. Райан Миллер и Энис. Баффало Сейберс. Так, Бероуз, Ванкувер, Малкин, Питтсбург, Саттер, Каролина и Тревор Зайц, наверное, так, не знаю, как правильно, Дэвилс. Ставка. Так, здесь у нас Яндел, Феникс, Хитли с Миннесота, Зеттенберг, Детройт, Дредоути, Лос-Анджелес, Херн, ну как-то так, короче, Виннипег, Мароу, Даллас, Клиффорд, Лос-Анджелес, Леонга, Ванкувер, Броун, Лос-Анджелес и Лед, Виннипег. Так, вставка, как обычно, здесь. Так, здесь Каллен, Миннесота, Рине, Нэшвилл, Грин, Вашингтон, Сабан, Монреаль, Рулту, Калер, Каролина, Хабибулин, Эдмонтон, Хамфус, Ванкувер, Теодор, Флорида, Хосса, Чикаго и Шен, Филадельфия. Так, вставка.
Так, здесь у нас Грабнер, Айлендер, Саттер, Нэшвилл, Певерли, Бостон, Картер, Коламбус, Умберг, Коламбус, Упсал, Флорида, Бейкс, Сент-Луис, Степан, Рейнджерс, Корво, Бостон и Стал, Каролина. Вот тут Джерсия у нас попал сразу. Отложили. Оп. Так, здесь у нас ставка. И подселенная карта будет у нас здесь. Так, здесь Бейл, Айлендерс, Игинл, Калгари, Поярви, Эдмонтон, Болч, Флорида, Набоков, Айлендерс. Параллельная карта Дрюлет, Виннипег. Так, здесь Патрик Кейн, Чикаго, Крейчи, Бостон, Доун, Феникс и Элис Дэвилс. А, это Феникс. А, Феникс, да, и Дэвилс. Так, последний толстый пакет. Ставка. Так, здесь у нас Акпоса, Айлендерс, Бойл, Сан-Хосе, Филпула, Детройт, Паризе, Дэвилс, Рибьера, Даллас, Торнтон, Сан-Хосе, Марчант, Бостон, Ремсдик, Филадельфия, Ломбарди, Торонто, Грин, Дэвилс. Поехали с этими пакетами. Так, что у нас тут хорошенького? Так, вот тут такая интересная будет карта, конечно. Все же приятно. Правда, может, у меня есть такая, но посмотрим. Так, здесь у нас Бефлиген, Виннипег, Габорик, Рейнджерс, Шульц, Миннесота, Дацук, Детройт, Брадо, Дэвилс, Варламов, Колорадо, Бэкстрем, Миннесота, Клери, Даллас, Хорхов, Эдмонтон и Малон, Тампа. Следующий пакет. Блестяшечка у нас тут есть одна, отлично. Хотя у меня не собраны уже. Поминвиль, Баффало, Мартин, Питтсбург, Доуин, Тампа, Вейлер, Виннипег, Хиллер, Анахайм, Алзерн, Вашингтон, Турис, Феникс, Дерша. Короче, ладно, Монреаль, как обычно, не выговорю. И здесь у нас Харри Саттери. Это Сан-Хосе. И Клод Жиру. Еще одна блестяшка. Так, здесь у нас Ричардс, это Лос-Анджелес, Ховард, Детройт, Вейстрик, Флорида, Клаттенбук, Миннесота, Монтойя, Айлендерс, Теденби, Дэвилс, Стэвард, Сент-Луис, Силиван, Питтсбург, Каберли, Монреаль. И здесь у нас для Далласа Томас Винчур. Наверное, так. Так, здесь. Не хочет вылазить. Так, здесь у нас Омарк, Эдмонтон, Туис, Чикаго,
Копитер, Лос-Анджелес, Кутюр, Сан-Хосе, Ситагучи, Миннесота, Брюнет, Чикаго, Вакоун, Вашингтон, Лючич, Бостон, Ханзел, Феникс и Стаффорд, Баффало. Так, тут у нас что хорошенького. Значит, бурмистр Виннипег, Плеканец Монреаль, Боучер Миннесота, Джонас Колорадо, Лунквист Рейнджерс, Флери Питтсбург, Костицын Сергей Нэшвилл, Прайс Монреаль, Эвандер Кейн Виннипег и Патрик Шарп Чикаго. Так, так, здесь у нас что хорошего? Пока ничего. Так, здесь Трейд Айлендерс, Гарднер Оттава, Хара Бостон, Вайт Детройт, Берклунд Сент-Луис, Ковальчук Девилс, Габорик Торонто, Халл Торонто, Тату или Туту Нэшвилл, Коул, Монреаль. Так, здесь у нас Смит, Феникс, Герарди, Рейнджерс, Койву, Миннесота, Питер Джелло, Сент-Луис, Симмонс, Филадельфия, Мэтхолд, Коламбус, Костицын, это Андрей у нас, Монреаль, Линдстрем, Дэвилс, ой, Дэвилс, Детройт, Сидин, Ванкувер и Смит, это у нас Оттава. Так, здесь. Тоже вроде база пока. Саурей, Даллас, Камальери, Монреаль, Вильямс, Лос-Анджелес, Скиннер, как ее звать, Каролина, Эберли, Эдмонтон, Фолигно, Оттава, Томас, Бостон, Кросби, это у нас вот второй, он еще один лежит, так, Питтсбург, Дюшен, Колорадо, Стэвард, Каролина. Ну, блестяшка еще. Так, здесь у нас Бейкса, Ванкувер, Нейл, это Оттава, Счастный, Колорадо, Павелец, Виннипег, Павелски, Сан-Хосе, Койву, это Анахайм, Семин, Вашингтон, Бен, это Даллас, и вот у нас уже это параллельная карта, Дэниел Сидин. 22-й номер, да. Такой у меня вроде бы нету еще. Так, далее Берниер, Лос-Анджелес. Так, тут здесь у нас Ваник, Баффало, Фанёв, Торонто, Кипрусов, Калгари, Стемко, Стампа, Стейкел, Торонто, Мейсон, Коламбус, Нэш, Коламбус, Сигвин, Бостон, Белески, Анахайм и Таварес, Айлендерс. Так, что дальше тут у нас хорошего? Так, здесь у нас Марлоу, Сан-Хосе, Миллер, Баффало, Бержерон, Бостон, Смит, Эдмонтон, Энис, Баффало,
Лейч Вашингтон, Лангоу Феникс, Летисти это Питтсбург, Спеца Оттава и Галахен это Рейнджерс. В общем, 4 закрытых и 2 якобы... Ой-ой-ой. Испугался. Не успел переместить. У нас еще одна новичка карта. Так, Мэй Майерс это Баффало, Гетслов Анахайм, Вард Каролина, Врбата Феникс, Джонсон это Колорадо, Эрот Нэшвилл, Ричард это у нас Рейнджерс, Лехтонин Даллас, Сатарелли Флорида и новичок у нас Диас Монреаль. Ладно. Монреаль так Монреаль. Так. Здесь у нас Кеслер Ванкувер, Роллсон от Тампа, Гейду Колорадо, Антропов Виннипек, Джейсон Девилс, Джордана Калгари, Брызгалу Филадельфия, Оут Даллас, Вермит Коламбус и Селяне Анахайм. Так, ну здесь должна еще одна блестяшка вроде должна быть. И одна это восточная. Да, вот восточная это и есть. Так, давайте смотрим. Пронгер Филадельфия, Хедман Тампа, Райдер Даллас, Джовановский Флорида, Фоулер Анахайм, Литл Виннипек, Крауфорд Чикаго, Овечкин Вашингтон, Моулсон. Дай хорошую карту. Моулсон Айлендерс. И здесь Питтсбург. Опять Питтсбург. Ну что ж ты. Блин уже. Эх. А мне для полного Монреаль нужен. Блестяшка одна. Ой, так, здесь Леон, Лейна, Баффало, Летанг, Питтсбург, Карчилла, Чикаго, Райан Витни, Феникс, Джуонта, Монреаль, Торрес, Феникс, Ренебург, Калгари, Хавлот, Сан-Хосе, Ворачек. И здесь у вас тоже Монреаль, Алексей Емелин. Ну, ладно, давайте посмотрим. Здесь у нас, по-моему. Вот еще, блин, да, неудачный вариант. Так, это у нас Халл Эдмонтон, Ньюкверт Вашингтон, Фишер Нэшвилл, Тангуэй Калгари, Райн это Анахайм, Дипьетро Айлендерс, Макдональд Сент-Луис, Кейт Дункан это у нас Чикаго, и здесь у нас Марк Стал и Каролина, капитан Эрик Стал. Жалко, конечно, такой у меня есть, но ладно. Может, кто обменяет на нужное. Так. Под джерси посмотрим. Джерси. Так, здесь у нас Нортон, Бостон, Боумистер, Калгари, Нейл, Орели, Колорадо, Жигер, Колорадо, Кросби, Питтсбург, Лос-Анджелес, это Квик, Бейкс, Ванкувер, Нэш, Коламбус, Сигвин, Бостон, Бейкс,
Это у нас тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Так, это у нас Сент-Луис, да. И вот джерсюшка у нас, наверное, может, Колорадо какое. Оно и есть. И Эрик Джонсон. Колорадо. Номер 56. Ну, в общем-то, вот такой вот был обзор Pinnacle Retail. Всем спасибо за просмотр.